Приветствую всех, друзья, вы на канале Shadville Lplay. Меня зовут Дмитрий, друзья. Мы продолжаем с вами Elden Ring, дополнение Shadow of the R3. И двигаемся дальше. В прошлой серии мы обошли весь этот кусок карты практически полностью, мне так кажется. Может, что-то где-то еще и завалялось, но это уже потом будем добивать. Сейчас пересекаем мост и идем на новую полукарту. Здесь у нас находится замок, мы его видели издали. Что здесь, не знаю, либо в замок сначала ломанемся, и еще есть вот северная часть, тоже какая-то возвышенность. Здесь вторая часть карты, которая откроет нам стальную, ну, в смысле путевая стела, откроет закрытую часть карты, и здесь еще, по-моему, тоже должна быть путевая стела где-то. Тут она что-то не показана, ну ладно, поехали. Поехали. Через мост, вон к тому замку. Замок, кстати, такой же здоровый, как и вот этот. Но этот поболее, конечно. Но тут тоже ничего. Тоже по размерам удивляет. Тоже босяра, наверное, сидит. Хотя на самом деле нам-то туда и не нужно. У нас показана вот цель, вот сюда. Как бы здесь, наверное, что-то главнее находится. Замок, может быть, просто на пути стоит. Великий мост через Элак. Может, замок на пути стоит, чтобы пройти в ту локацию. Так, еще у нас внизу. О! О! А, мы же там были, да. Мы же там бегали. Сейчас какой-то пустынный мост. Что-то все пустынное. Никого нет. О, призыв. Сейчас будет. Призыв появился. Сейчас кто-то появится. А, вижу. Давай еще раз, дурак. Пепел войны. А призыв зачем? Привет, идиот. Зачем ты меня стрелял? Подожди, мы с коровой не можем. Да чтоб тебя! Выйди уже, как полагается. Что с вами такое? Хрен попадешь. По собакам больше попадаю, чем по вам. Есть. Мне надо просто мост обыскать. Ты что, больной, что ли? Так, пойду катапульт сломаю. Топор солдата Месмера, вау. Ну давай вот это непотребство сломаем. Сейчас еще кто-то станет за пульт. И не даст нам поискать, эти предметики собрать. Они валяются по всему. Чуть не улетел. Руна царства теней. Так, там солдат. Сейчас, подождите, солдат его делаем. Во. Бол для баллисты. Расколотая руна. И тут больше ничего, да? Да, там больше ничего, поехали. Преодолели первую часть пути к замку в виде моста. Ну, думаю, это не все. Красный с собакой. Ох уж эти лагеря, а он стоит, смотрите. Сейчас я его удивлю, если никто справа и слева не нападет. Хорош. Ох уж эти помощнички мне тут. Вот я про это и говорил, да? Взяли.
За мной, парень. Парень, за мной, чтобы не нарваться там на толпу какую-нибудь. Давай на мосте с тобой сразимся. Слушайте, перекач пипец, ну боссовский. Если бы я его не кровавил, я бы не представляю, сколько рубить обычным оружием. О, костер включился, его ж не было. Или это время суток поменялось? Наверное, время суток поменялось просто. Смотрите, как засиял. Ладно. Это ты меня бил, сволочь? Иди сюда. Good. Справочник огненного рыцаря. Почитай на досуге обязательно. Тут палатки, ничего. Так, а кстати, когда это мы? Ну, тут там деревуха, там деревуха. Сейчас главное не напороться ни на кого. А он еще один такой. Поехали к костру сначала. Там такой же стоит. Мы только что убивали. Да тихо, блин, шум такой, что... На весь город. Там с собакой кто-то ходил. Ей, мы прокачаем древо упадка когда-нибудь. Наконец-то у нас есть древо упадка, народ. Я нас поздравляю. Все, благодать активирован. Можем подзачистить теперь это дело. Древо упадка — это плюс один уровень. У нас, напомню, 5 уровней на духов прокачки и 3 на меня. Сейчас будет 4, потому что у меня одно древо упадка есть точно. Так, ну давай по кустам, там по этим. Вот мост. А, здесь лошадь оставить нужно. Значит, дальше пешком. Да, чисто зачистка замка точно такая же, как была пару серий у нас назад. На том берегу. Вернее, на том краю карты. Тут что-то вообще ничего нет. Тут и не лагерь, просто перед замком. Какая-то оборона стоит, да и все. Ох, и звук же вот этого вот. Все остальное тихо ломается, но вот это как будто с пушки у меня кто-то стреляет. Желательно собаку убрать сначала. Отлично. Видишь, этот яростный говнюк. Все, яростного говнюка убили. Ну тут все вроде бы. Что тут? Никого и нет-то. А, нет, бабка какая-то. Фу ты, я думал, мы мир. Думал. Ого! Я думал, вы это, мирняк какой-то. Хрена себе лупанула. Снесла 75% линии своим вот этим. Говном непонятным. Где эта тварь? Вот она. Тут сундук просто у них. Вот это все. Ну вот все, да. Пипец урон. Не, ну это еще ничего. Беги. Заткнись, блин. Нихрена себе, бабуля. Крепенькая. Фу. Еле дал бой. Все, сюда не ногой. Забирай, что тут у них валяется. Надеюсь, не ловушка. Флаконы огненных искр. Награды такие, что свежать хочется.
Так, а это я куда залез? Никак не помечена территория, просто территория. Просто территория, просто зачистил. Сюда можно было сразу попасть. Если бы я отшатнулся от маршрута, сразу бы отгреб здесь. Так, слева там еще мужик возле костра стоял. Давайте его прикончим. Тоже он с собаками ходит, дежурит. Подожди, возле костра опасный, он здоровый. Тоже ничего. Где эта собака, блин? Жесть. Так, мужик возле костра. Вон он стоит. И не один. Их тут двое. Еще можно и улететь. Давай. Копье солдата Месмера. Ну, расчистили мы эти лагеря тут возле ворот. Ничего-то особенного-то и нет. Дальше вон куда-то пошла дорога. Там что-то светится. Не знаю. Куда нам, замок идти или еще побродим? Есть-то возле костров. Больше нет. Но тут чисто. Тут стоит отдать должное, что никого уже нет. Желательно от этого костра по одному костру справа и слева оставить бы, чтобы не зачищать эту территорию опять и не подвергаться нападению всяких гадов. А слева это замок, да? Да, слева это замок, но... ров. Тут ничего не сделаешь. Ну давай до упора. Вообще темень. Кто помер. Так, это я возле замка. Замок на вершине. Тут-то у нас дальше дорога идет. Ну, я считаю, надо от лагеря отодвинуться чуть-чуть. До следующего костра хотя бы. Чтобы в этом аду не участвовать. Потому что ты появишься, а потом опять через это все скакать нужно будет. Это я сейчас куда спускаюсь? С какой-то точки. Тихо. Доспех солдата Месмер. Или Месмеры. Почти оделись. Так, там что-то стреляет. А, там же драка была вот эта дурацкая. Внизу. Собачка. Это вот ты мою лошадь губишь. Сволочь. Ничего. Странный какой-то блокпост. Просто так, на дороге. А на вершине? И на вершине ничего. Ладно, поехали дальше. Посмотрим, кто там с кем дерется. Кто-то сторожается внизу. Кровавая битва какая-то. И там ход в какую-то пещеру.
Данж, наверное, какой-нибудь. Кого там бьете? Охренеть. Нет, не данж, то проход дальше. Может и данж. А, нет, тут проход вот в эти земли. Вот эти вот мрачные, наверное. Ё-моё. Может, мне нужно, конечно, тебе помогать, но... Да, не нужно, Вик. Ты без меня хорошо. И без меня хорошо, Юж, справляешься. А, я твой враг, да? Я ж тебе жизнь спас, придурок. Поножи. Почти оделись. А костров все нет. Ну, он какой-то замок. То проход в какие-то новые земли, кстати. Нижние, где у меня карты даже нет. Что-то тут не поделили они с местными, я вижу. Они-то мне не нужны, конечно, но... Вот дурак. Вот... Вов лес называется. В лес называется. В лес по грибы называется. Твою мать. Помог идиотам. Ладно, сейчас. Надо туда того. Того надо спасать тогда, а не. Кто-то еще тут где-то был. Или не было. Товарища надо спасать, большого. Видите, что творится, ужас. А я вас видел с другой горы. С другой стороны. Круто. Пипец. Ты больной, что ли? Стоит перед тобой, на меня начинает бить. Не, ну логика стопроцентная. Эхо-муха. А, он уже умер. Твою мать, а ты когда умрешь? Смотрите. На одном из дыханий уже. Все, вдох. Жесть. И ради чего это боролся? Ну, 100 тысяч заработал уже. На этих идиотах. Так, это какой-то данж, походу. Походу данж, да. Тут тупик. Вот оттуда я на вас смотрел. Да, подземелье. Какое то подземелье? Ну пошли, там костер должен быть, по идее, он всегда есть. Да, костер есть. Исследовать его не знаю, не, будем, не будем. Что за подземелье? Лавосборник разрушенной кузницы, круто. Утраченная благодать есть. Так, лавосборник кузницы. Это одно из подземелий, которое нас ведет, не знаю куда. Ну, пошли посмотрим. Сколько у меня? 11 бутылок. Что тут у нас происходит? Здрасте. О, благодать, избавь меня от бесконечных камней. Я найду то, что ищу обязательно. Алтарь кузницы где-то рядом. Вот лава будет. Там у нас мороз был в тюрьме. В прошлом подземелье, сейчас у нас лава. А че валяется? Атакуйте их, когда они наиболее уязвимы. Кого? А что это за подсказки, я не понял. Я вижу какого-то здоровяка. Только тут вот справа еще что-то сидит, по-моему.
Вот это справа, это что? Но ему надо взад бить, каменный. Да. Вот вам и атакуйте. Ну да. Да как можно в таком узком помещении атаковать? Вообще дробящее нужно нам оружие, но у меня ничего дробящего нет. Пипец здоровья у ребят. Его сбивать надо, короче. Когда он упадет, штрикать задницу. А бьет он, смотрите как, и с изгибом, и с выповертом. А мой меч ни хрена не наносит. Ой, лава пришла. Ха-ха. А, да, вместе веселее, я думаю. Да, вдвоем. Я взял камень. И, наверное, я пошел отсюда. Что-то мне подсказывает, что надо валить. Всю линию жахну. Вообще с ними драться, наверное, не стоит, да, мне тоже так кажется. Вообще ты ничего не можешь сделать после удара, он тебя просто нахрен. А он тут не пройдет, мне кажется. Ну все. Не знаю. Не знаю, что иди за сложность обычных противников. Не, ну сейчас, конечно, попробую взять какое-нибудь дробящее оружие, но у меня, по-моему, прокачанного дробящего какая-то была. Вообще, мне нахрен не нужно, я только камень 7 взял. Награда никакущая, чтобы вот это вот мучаться возле каждого противника. Ее вообще практически в дополнение вижу, наград нет на прокачку, я имею в виду, там, или на еще что-то ценное. Сейчас подойдите, посмотрю, что у меня есть из дробящего. Только такой, не первого уровня какой-нибудь. У меня не первого и нету. У меня молот есть большой, каменный молот. 122, 144. Кирка, может, с киркой? Колющий, правда. Большая звезда, 135. Я просто их и не подниму. Копье. Звездная сфера, дробящий, 105. Ну, старенькая. Флакон огненных искр. Что это за фигня? С пушки можно пострелять. Баллисты. А чем стрелять? А чем стрелять с пушки, оно? А как стрелять с пушки? Ну, ядра какие-то нужны, да? Пушка есть, но стрелять нечего. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Вот так, наверное, стрелять. Ладно, пушка-то есть. Заряды нужны, наверное, ядра. Просто, опять же, бить противника несколько часов. Кстати, вот новый щит. Бить противника несколько часов, чтобы получить камень кузнечный 7, да? Которых у меня 50. Что у меня есть из дробящего? Ну реально. То, что я когда-то еще никого не бил дробящим за всю игру. 118 уже не вариант. Как и 124. Вот это, наверное. 135 хорошо, это я по силе не подтяну. 135... 122, 138. Вот это самый лучший. Праздничный череп. Может быть, им. Вот, дробящее огромное оружие. 156.
Не, ну выглядит неплохо, чё. Я понимаю, что я неэффективно его буду использовать, но если он будет наносить урон, ни одного удара хватит. А, блин, за души забыл 100 тысяч же мои. А ну давай. Нихера. Нихера. Самое лучшее место для подбора оружия. Я не знаю, куда оно ехало. Или его киркой, может, его колющим. Давай, забирайся быстрее, пока можешь. Не, он тебе нахрен не нужен-то, конечно. Мне, ну, мне его надо сбить просто. Может, этой новой катаной. Слушай, реально, может, новой катаной. Его надо сбить и проткнуть, только так его можно. Сбить я его могу тяжелым оружием. А тяжелое оружие у меня особо не прокачано, по-моему, никакое. Это Элдеринг прошел, да? Не, какой-то брал на каких-то боссов. Но это был один раз, и то неправда. Ладно, давайте большую катану попробуем. Все-таки я там сбивал врагов, может, его собью. Ну, ну нормально что-то. Это ж не я ж, бляха-муха, бью через стену, это ж он бьет. Ладно, там суперударами еще, но когда вот так... Да пипец! Да. Да. Это рядовой противник, могу представить, что это за босс будет. Подсказку... Давай. Да, давай. Ну чё, сбили? Да, сбили. Катаной больше нанес половину линии, чем... Это кто? Босс. Рядовой противник. Или кто это вообще? Какой урон он не терпит? Какой? Но у меня нет другого оружия. Ну просто нет. Бежать тогда. Пипец. Хочется его и убить-то, собственно. Нет, катан это все надо либо качать, либо не пользоваться. Это давай еще попробуем этой. Реки крови. Ну, кровь до одного места, понятное дело, он из камня сделаны. Дробящее оружие у меня 0 бьет. Я понимаю, оно било, может быть, и помощнее, но нет у меня его. Колющим, возможно, кстати. Возможно, колющим. Кирка хорошо бы против него, наверное, пошла. Нормально. Ну места тут вообще нету. Ни на что. Не, у него есть. Такая маленькая дубинка, как она достает на 2 метра вперед. Я... Хочется познать бы. Но не буду. Иди нахрен, блин. Дубинки нет, фактически. Он бьет в любую точку экрана нахрен, по этой территории. Разворачивается как хочет, смотрите. И оббежать нельзя, потому что у него такая гибкая талия. Я в шоке просто с тебя нахрен. О, тут я крованул даже. То есть у него не крованул, но пустил у него эту лаву. Пипец, рядовой противник. Это я мог от него убежать. Понимаете? Я быстрее в 100 раз от его... А, ну все, тут меня зажали просто. Не до булавы, не могу отбежать просто. Охереть. Все бутылки потратил. Сколько я убрал у него? Пол линии. Не, это невозможно убежать. В сторону ты не прыгнешь, мать твою.
назад ты никак не развернешься. Да, назад надо бить. Но не мое. Не моем. Не моей сетой Йовине. Сзади у него идут искры. О, хрень пришла. Гибкая талия. Ну, конечно, достал. 2 метра от меня, но достал. Как достал? Я не знаю, как он достает. Пусть меня Заки расскажет, как у него достает противник с булавой 20 сантиметров на 2 метра вперед. Жесть. Как достает он? У него что, эффект какой-то идет? Ничего не пойму, ни хера. Все, я ничего не вижу. Все, последняя бутылка. Вот вам и противники. Тут прозрачные камеры, это уже тренд. Тренд дополнения. Тут один удар у меня осталось. Чемана выпил. Давай. Ну и через стенку бить, пока мана есть. Как его бить еще? Сюда. Ну, он тоже бьет через стенку, поэтому... Ладно, закончилось. Ну, бывает. Не могу. Не могу, но потому что, бляха-муха, не могу нахер. Не, его убью, но это будем считать босс этого подземелья, потому что когда их будет 10, например, на пути, а я думаю, в этом дополнении всякое может быть, может и 10 их быть на пути, надо как-то их убивать. Но если нет у тебя этого оружия, они будут впереди, что ты будешь делать дальше? Надо бить через стену, короче. Увернуться невозможно... Подкатиться невозможно, удары настолько сильные, что с одного удара сносят всю линию. Я вижу, что у него в заднице торчит глаз, но так как к нему долезть, если он разворачивается? Если у него самая гибкая талия в истории мира. Разворот, охереть! У боссов такие развороты не у всех есть, нахуй. А, он еще и падает и ваншотит. А, нормальный соперник, чё? Нормально, чё? Ладно, давай считать, что это босс этого подземелья, честно. Ну, такой мувсет ударов и с такая сила, и такая мощь просто. Несокрушимый нахер, блядь. И еще и приходит помощь какая-то. Еще и помощь сверху в виде капли приходит. Охереть, ну ладно, я потрачу 10 часов, но я тебя убью. Мне просто хочется понять, что там дальше, ты представляешь? Я понимаю, что его можно оббежать, но надо же посмотреть, что дают за вот этого вот товарища. Сколько? Наверное, 1080 дают, мне кажется. Он неповоротливый, но в этой местности все это как губительно. Вот, я попал ему по заднице, но... Но он разворачивается настолько быстро, что даже я так не умею. Хотя вешу я не тонну. Ну все, вот эта серия ударов, просто пипец. Да. А, ну да, лежачие ж не бьют, правильно? Меня ж никто не хреначит, когда я валяюсь.
Вот скажите, кто ж мне не хреначит, правильно? Это ж мои выдумки. У них анимация защиты. Если он лежит, бить нельзя. Не. Я когда лежу, меня лупят со всех нахрен сторон. Урод сраный. Давай. Просто берут и хреначат со всех сторон. Все, я не успеваю даже прыжками своими. Парень может делать все, что хочет. Может серию, может выгнуться как балерина, может ударить, вон помощь уже сверху лезет. Не знаю. Это мы с вами еще не видели самое страшное в этом дополнении. Рядовой противник. Тратим 20 минут, чтобы убить рядового противника. Да, понимаю, мечами бьем, но все равно. Ну нельзя же делать ему 100 тысяч здоровья, этому противнику. Он же рядовой. И одну уязвимую точку в заднице, потому что к ней ты никак не долезешь, к этой заднице, потому что здесь негде развернуться. А даже если бы было, он настолько изворотливый, что это невозможно сделать. Все, вот этот разворот, все. Потому что он тебя на замахе берет. Боссы, вот у боссов нет такой реакции. Он тебя берет на замахе. Тупо на замахе разворачивается и добивает. Тут ты что, зажал уже что-то. Уже никуда не денешься. Тут надо бегать, если хочешь жить. Сколько у этого рядового противника серии ударов? Около 10. Около 10. Охват удара по территории. Сколько мне надо сделать прыжков от него? Вот скажите, сколько мне надо прыжков от него сделать. Бить нельзя. Он же лежит, правильно? А лежит, значит, нельзя. Лежачих не бьют. Иначе этот слабенький враг. Иначе этот слабенький враг может проиграть же. А нам же надо в дополнение 300 часов провести на каждом врагу. Капец, вот это здоровье у товарища. Пора бы уже. Давай на тот свет, урод. Сколько дают, а ну? Сколько? Сколько дали? У меня было 100 тысяч, ну, 1004, наверное, дали. Ну, спасибо за 4 тысячи, я очень вам благодарен за это. 4 тысячи за 20 минут битвы. Не, мне нужно было его, этого урода изучить, перебомбить, потому что следующий этап будет 2 таких урода, потом 3. Потом будет босс в виде такого урода, вот посмотрите. Тут бьют лежачих. А того маленького пожалели. Ладно, пошли посмотрим, что там дальше. Я охреневаю просто. Сколько ему снес линии? Ну, наверное, 1010, наверное, у него линии. И то, если бы я его вот это вот не научился сбивать как надо бы, то все. Ну, с медленным оружием я просто не умею им играть медленным оружием, в смысле большим. Возможно, его легче сбивать. Сзади, я думаю, пару тычек, и он бы уже был мертвый бы. Но жесть же какая. И ничего за него не получить. Ну как это? Куда мы идем с вами? Не знаю, короче, иди. Иди, блин, не возмущайся. Ой, там внизу. Ой. А нам туда падать все равно. Или столкнуть сейчас. Жалко мои 107 тысяч. Думаю, мы их тут просрем только так, с такими противниками.
Возможно, это был реально какой-то уникальный босс. Ну, не босс, а враг. Но есть одно но. За уникального врага не дают там 4000 этих. Ой, я что-то взял. Камень с газом. Зато кузнечных камней тут много. Жесть, ужас какой-то. А ну свали, блин. Че тут у нас торчит? Кузнечный камень мрака 2. О, не-не-не, я тебя бить больше не буду. Ну вас нахер. Давай, пока. Правда, он, наверное, проход куда-то закрывает, ибо зачем он здесь стоит? Да нахрен, по 20 минут бить врага этого, да вы что? Или он что-то закрывает там? Да нет, там тупик. Ну, еще и два прохода. А нет, тут не тупик. Еще один такой же. Не, я уже не буду с вами. Я одного попробовал. Не понравилось. Учитывая, что за вас совсем не дают душ, потратить все бутылки. Так на одного все бутылки свои потратит, представляете? Он идет там потихоньку. Вот мне интересно, если они все будут за мной идти. Они реально до конца идут. Так, не спеши, тот сейчас выпрыгнет тут. Лава. Так, я вижу. Ну, конечно же, ты же, бляха-муха, не можешь отпрыгнуть. Он же везде срущий, нахрен. Это еще что? Со своими откатами, перекатами ты не можешь убежать от этого ублюдка. Что он тебя практически достанет на любой точке этой карты. Ну что там внизу? Вы что, охерели? Идите нахер, бляха-муха. Честно, ну бомбит просто. Выгибается в любую сторону, учитывая, что он каменный. И бьет как угодно. А что я тут делать буду? А! Все понял. Это конец. Это конец. И что это такое вообще? А он по лестнице умеет лазать? Понятно. Не, ну а смысл? Защита от огня? Что это такое вообще? Карты нет. Что у меня враг рядом. Реально, что это такое? Пришел я. Там второй этаж есть. Там, по-моему, опускается. О, он уже в воде. О, дурачок по воде ходит. 6 урона получает. Ну а что? Лава смертельная, нет? Совсем не хочется проверять. Подождите, он лестница наверх. Или я отсюда пришел? Нет, я пришел через вот это. Чем за лестница наверх? Ну, лава явно не вариант. Или вариант. А, вон вверху еще что-то лежит. А как же наверх залезть? Не, ну лава не вариант. Пусть тот там горит. По 6 урона, я думаю, будет неделю там ходить. Вот тут что-то, наверное. А, вот еще второй этаж есть. Пипец. Чуть не прыгнул в лаву, честно. Когда он на меня упал, хотелось туда прыгнуть. Я думал, он не будет за мной прыгать. Прыгнул. О, он ходит. Смотрите, сколько у него там еще. Еще ходить и ходить. Еще неделю может ходить. Еще кто-то? Нет.
Лава вверху висит. Тихо. Спаду, ногу сломаю. 100% сломаю. Сломал не ногу, но что-то сломал. Главное, что не себе. Фух. Куда что-то идти? Ну тут лестница, там дурачок ходит. На лестницу на второй этаж попадаю. Что со вторым этажом толкает? Эту лестницу я увидел. Только давай без друзей здесь. А, о, мост, наверное, будет. Сколок стекла. Спасибо за ценный предмет. Вот. Вон оно что. А я хотел по лаве рвануть. Ну, по-геройски, как мы это любим. Ну все, порешали. Отсюда допрыгну. Есть сомнения. Но, кстати, дара назад дороги не будет, если что. Пипец, на краюшек. Если ты там не рассчитал сантиметр, ты падаешь в лаву. Тупо падаешь в лаву. Я знаю, что ты будешь делать. Так, тихо. Камень с него падает обычно. Идем до конца. До конца, до конца, до конца. Говнюк не должен нас напугать. Тихо, не падай. Лестница наверх. А тут? А справа что было? И справа что-то было. И слева что-то было. А, это надпись, это начало. Тьфу-тьфу-тьфу, ну ты чуть не прыгнул. Начало, где мы этого дебила били. Огромную тварь эту били. Что здесь? Только не надо сейчас этих толстого сюда засовывать. Только давайте без этого. Что это за... Молот, наковальня, драконий кузнечный камень и драконий кузнечный камень. Два камня и выход из подземелья. Мы прошли подземелье. Как я и сказал, реально это были боссы этого подземелья, вот эти уроды. Поэтому они настолько сложные были. А вот выход. Все. Мы с вами взяли основную награду. Понятно. Как я впервые вижу такое подземелье, чтобы нужно было... просто дойти и взять какую-то награду с алтаря. Безбоссное подземелье. Ну, ничего, нашли. Так, а что там за... оружие это дали? Может, реально какую-то булаву все-таки прокачать? Только мне надо булава одноручная. Двуручную я не подниму. Вот мне дали. Ты, конечно, не поднимешь. Сила 39. Мудрость... мудрость 11. У меня что, мудрость меньше? Да. И вера 20. Охренеть, дробящее, огромное оружие, могу представить его размер. Не, ну может для кого-то это находка. Но с такими параметрами. Мудрость и сила. Если ты раньше носил такое оружие, возможно, да, тогда сработает. Фух, ох, меня этот раздраконил. Мелочь. Это не мелочь оказалось, это вместо босса здесь стоит. Но ощутимо. Столько атак на одного рядового противника, еще и в таких узких...
помещениях, еще с такой серией ударов, я просто офигеваю. А, так костер используй. Сейчас отдохну, только все равно я умирал же уже. Так, во, наконец-то прокачаю до 4 уровня, древо упадка, благословение. Поздравляю, нас 4 теперь. Чуть сильнее стали. 5 на духов, лучше наоборот. А лучше вместо духов. Так, здесь у меня телепорт имеется. Все, эту часть я посмотрел, это тупик здесь. Нам надо выходить, в принципе, все равно с этой дороги, чтобы идти по этой дороге и выходить. Не выходить наверх. Или выезжать отсюда. А тут обрыв, да? Ну да, тут и толку все равно, какая разница. А это проход что, в темноземье какое-то? Ну да, они там бродят, вон темноземье. Я что-то замок хотел осмотреть, ну ладно. Просто думаю. Ну да, бери отсюда, иди в темноземье. Ладно, народ, пошли. Пошли посмотрим замок, тут мы с вами... Стоп, на меня кто-то бежит, да? Нет, это не драки. Пошли в замок зайдем. Цель была это первоначально замок осмотреть, а мы с вами влепились в какое-то охренительное подземелье, не пойми с чем, не пойми для чего. Кузнечных камней набрали для прокачки максималки нашего оружия, нам пока прокачивать нечего. Только зачищать теперь все заново придется со всех сторон. О, там он стоит. Ха-ха. Сколько у меня там? 117 тысяч. Это рыцарь железный. Я его знаю. Это страж. Мы его в конце, по-моему, да, убивали? А, нет, несколько раз мы его убивали. Железный страж, мы его по ногам били обычно. Надо быстро бить. Замок Энсис. Новая локация огненная. Ну да. Так можно его пробежать, в принципе. Да, убивали мы тебя много раз. Только вот не знаю, насколько ты крепок в этом прекрасном дополнении. О, да. Да, тут будут проблемы у нас с вами. Мувсет я твой помню, но... Но здесь все сложнее. Еще и по области бьет, да. И лошадь нельзя взять, запретили. Я же на лошади обычно убивал. Да нет, на самом деле он нормально режется. Давай. Сука ж такая. Ща. Нога, рука, меч. Сейчас третий удар еще. С разворота, ну не успеваю ни хрена, бляха в муку. Вот что-то в первом Elden Ring все успевал. Здесь, о. Ой, хорошо, отрезал кое-что. Здесь что-то как, не знаю, какой-то мега замедленный. Что-то мне дали, сколько мне дали очков? Кузнечный камень мрака, королевская магическая смазка. Все, что ж, не появишься, можно я пойду отдохну? Но я думаю, не появится. Пойду отдохну, я все бутылки просрал. Сейчас еще одну пить вот надо. А в замке ты ну, с 6 бутылками до следующего костра могу и не дойти. Пипец просто какой-то. Вот как-то вот, не знаю, какая-то замедленность какая-то вот идет. Вот нажимаешь прыжок, и он через долю секунды происходит. А в этот момент у него 3 атаки проходит. Ну вот как так вот. Блин, мне надо еще 100 тысяч. Чтобы спасти свои души. Ну не думал, я же думаю, он не появится еще раз, правильно? После сна. Конечно, не появится. Было жирно бы его убивать постоянно. Так, замок просто нереально огромный. Просто нереально огромный.
Там кто? О боже мой, железный, это кто? Я туда не пойду. Или пойду? Ты кто? А, с головами, помню, помню. Все, вольнули. Луна царства теней 4. А сколько она? 15 000. 15 000 меня не спасет, мне 100 надо. Мне нужно 100 000. Мужик, а ну сюда, перекатись сюда, пожалуйста. Понял. Вот эта лестница, это опасно. О, еще один. И тут, ну, в принципе, один в путь. Это хорошо. Не такой будет, наверное, большой замок, как... Хотя... Что вот это такое за... А я точно в этом... В этом сортире входа никуда нет. Куда я только что зашел. Все мигает. Да нет, вроде бы лестницы не вижу. Нет уж лестниц. Нет, не лестниц, ничего нет. Ладно. Так, а за углом у нас что? Ага. Ага. Ничего. Хотя не ничего, вот проход. Куда? Ага. Внешний мрак, замок 3. Замок, блин, мрака, камень, в общем, 3. Вот спрятать, от меня ничего не спрячьте. Налоговая из Шедвеля приехала. Ну, заходим, одна лестница центральная. Вот, а, зайдешь сюда, забери. Ясно. Тут настолько стараются аккуратно давать предметы по прокачке, что их практически нет. Вот реально, я не ощущаю, что здесь вообще что-то беру. Если сравнить последние стадии игры, помните Elden Ring, когда выпадали руны там на охренительное количество? Явно было видно, что да бери, качайся. Дальше будет больно, сложно, тебе это поможет. А здесь враги в 100 раз сильнее, а прокачка в 100 раз меньше. У меня кто-то стрельнул, по-моему, да? Да, кто-то там у меня стрельнул. Замечательно. Пока перепрыгивал текстурки, во время полета меня убили. Красота, что скажешь. Один удар в камень пошел, второй прыжок не получился, потому что был неровный ландшафт. Но собака при этом летала, по-моему, за меня. И на конец не могу я туда залезть? Не могу на конец туда залезть. Только пешочком. Ну ладно, тут мы в принципе все зачистили. Тут мужик справа остался. А это все мы собрали. Только бежать вперед, да и все. Так, вот этого надо не забыть забрать. Там, правда, хрень какая-то валяется. Где моя душа? Вот она. Вот из-за вот этого ландшафтика, вот этого вот. Быстрей. И вот этой вот собачки, вот этой. Которая все равно меня укусила на 40% линии. Ну ладно, 25%. Как такое возможно? Не знаю. А, он убивает просто с двух ударов. Еще патруль слева присоединился. А, я думаю, че умер так? А тут обычный моб с двух ударов разделывает твой нахрен 190 уровень или какой там у тебя в лучшей броне с лучшим оружием и щитом. Ну и линия жизни вроде бы не самая короткая у меня. Но чтобы с двух ударов рядовой моб сносил вот эту линию, я такого не видывал нигде, честно. Видывал, но вот такого вот не видывал.
Тут наделили полномочиями рядовых противников настолько, что мне страшно даже становится. Что с боссом-то будет следующим? Ну как можно убить меня с двух ударов? Расхреначим. Варвар просто. Просто варвар. Мне туда, ну на. Сейчас я вот этих разберусь с этим. Да, я здесь, да. Давай. Все равно покусали. Зато тут кузнечных камней, наверное, наберем с вами на прокачку двух-трех мечей сразу. Сейчас тут чувак, а вот один. Вот один. А тут второй должен висеть. Ну, кто-то сидит? Нет, это животное. Смотри, не выпади. Ё-моё, да не напрыгивай ты на меня. И так страшно здесь, в этом замке. А и где я вообще? Ничего, ни хрена не понимаю. А, вижу. Без ловушек, надеюсь. Справочник верного рыцаря. Понял. Приехал очень крепкий противник, который сносит 100% линии практически за один удар. Беги. Я ни хера не вижу. Ну, опять же, ну, вижу только грудь своего противника, бляха-муха. Опять оказался возле стены. Все. Увеличение камеры, прозрачный противник, вижу насквозь противника, и все, больше ни хера не вижу. И каждый противник убивает тебя фактически с двух раз, с двух ударов. А бежать теперь, потому что коня здесь нельзя использовать, мы с вами будем бежать с этой точки до нашей смерти 1000 минут. Потому что каждый противник фактически с уроном босса рядового. Я пытался отпрыгнуть, но из-за камеры не могу понять, куда дальше прыгать. Плюс ландшафт, плюс еще что-то. По идее, я здесь должен был выпасть, наверное, не знаю. Так что пробегать их... Не, если убивать каждый раз, я просто не доживу до этого момента. Давай, идите нахер. Так он за мной побежит. Ну пусть бежит. Пипец какой-то нафиг. Может это высокоуровневый какой-то замок, но сюда еще рано. А, так я в тупик зашел. Я думал тут проход. Там собачка. Собаку убиваю еле-еле. Вон этот говнюк ходит. Так подожди, а что там за лестница тогда была? А это я куда захожу? Не, ну на пространстве его, конечно, уделаю. Или нет? Ну боссы, согласитесь, это боссы. Это не рядовые противники. Это боссы. А боссы здесь супер боссы. Вот даже с вот этими двумя ребятами я могу не справиться банально. Если быстро я сейчас не расхреначу. Нет, это слабые. Это тот типа патруль какой-то элитный. Так, где я вообще нахожусь? Вообще не ориентирую. А, вон, вот это, чтобы взять это. Чтобы взять камень, надо прыгнуть сюда. А вверху что за ворота? О, я метку нашел. А костры вообще будут? Будут. Так, один костер есть. Юху. Послание от Леды. Ну, я...
новенькое. Так, послание от Леды. Изучаем. Послание игольщицы Леды, адресованное родственным душам, следующее за Мигелой. Мигела Всеблагой направляется к башне Тени. Чтобы добраться до него, мы должны отправиться в пристанище Теней и пройти по высокому мосту. Так мы попадем в древние руины, где нам придется сжечь дерево, закрывающее путь. Отправляюсь к ним. Мы тоже читали. Надо активировать эту штуку. Здесь отрекаюсь от своей плоти. Мы же слышали тоже. Осколок древа упадка. Этого мало. Мне надо два. Мне надо два. Так-то он стоит кто-то с красным чем-то. Понял, обычно был. А, вот еще один. А что ж там внизу лежало? Ты камень активировал? Не, а не активировал. Побежал мимо. Я и то активировал, подумал, что активировал. На самом деле сейчас бы была беда. А, ну вот ты сюда и не войдешь-то, поэтому. Поэтому ищи другие пути. А другие пути мы с вами видели. Так подожди, вон вершина еще есть. Как на вершине. А вот еще что-то внизу было. Ну тут, мне кажется, я погибну. Есть предчувствие, да, гибели. Ну давай там прыгнем. Там лестница еще была с другой стороны, где мы убивали этих собак всяких. Ну вот тут вот можно. Это начало, да. Узел смолы. Или не начало. Где вообще? О, дыра куда-то. Там собака. Нет, это я хрен... А, так ты отсюда не выйдешь. Если бы уже прыгнул, то уже все. А еще у меня лопнула моя... А, она не вечная, наверное, да? Да, там собаки у меня. Не вовремя ты лопнула. Очень не вовремя. Кто-то еще идет. Где я? Шканчики эти. Вообще можно зависнуть, убегая. По водопаду, наверное, нет? Или, наверное, да? Пипец. Вот это я вышел. Это обрыв? Конечно. Это крыши хожу. Ну, водопад, наверное, нет, да? Там ж нет намека, чтобы я туда прыгнул. Ну, намек есть. А на кой тогда вот это нужно? Сейчас, подождите, я разберусь с этим животным. Достал его. Вполне. А зачем? Черепахи. Это вход в город, да? Один из, наверное. Да, это один из ходов в город, чтобы ворота открыть, мне кажется. А какая-то скотина вылезла. Ну, если что, я залезу быстро. Ну, быстро мне не получается. Ну, залезу просто. Узел смолы. Ну да, это открытие ворот. Этот меня обратно и сбросит.
Короткий меч. Всю жизнь мечтал получить. Так, это ворота. Ну как их открыть? Там костер же у меня. Да. Вот, да, и с этой стороны. Вот ворота как открыть. Так набегут сейчас. Ну что делать? Зато если я умру, я буду возле костра. Я вошел на вашу территорию. Да, я рядом уже буду. Пошли посмотрим, что это за крыша и нахрена мне туда прыгать. Если я уже умру, то хрен с ним. Подожди. А, ну да, через собаку ж падать. Так. Вот тут еще проход. Коварный. С дыркой. Вот дырка. Нет, дырка. Вот здесь дырка. Можно не добежать. Еще и с поворотом. Добежал. На крышу просто чувак, да? Может что-то и другое давать уже. Это уже не котируется. Понятно, что это такое. Так, смотрите. Это я зашел в замок, в принципе, да. Но меня интересует другой момент, в принципе, да, тоже. Осторожно, тут дыра. Там еще ниже лежал кое-кто. И еще лестница шла к там, где собака с патрулем выходила. Я выйду отсюда? А, по водопаду. Собака с патрулем-то выходила? Выходила. Ну, ты я о том же. Черепах не надо убивать. И там еще были какие-то замки. Мне как минимум еще один древо духа этого давайте. Одно я взял, мне еще одно на прокачку нужно. Срочно. Ибо так бьют, но это явно намек на то, что иди ищи куски древа духа. Рядовые противники просто разрывают тебя на запчасти. Чуть не побежал по лестнице наверх. Во псих. Ладно, давай посмотрим чуть ниже, что. Плюс еще вон возвышенность. Что это мне оказалось? Не знаю. А вот еще. Так и думал. Стандартные ходы Elden Ring, вы знаете, просчитываются. Типа, что может быть в углу? Если в самом углу, то, конечно же, тебя слева или справа кто-то укусит. Это мы уже опытные ребята просто. Так, ну смотри, что будем делать вот тут вот. Вон лежит мужик. Это подъем как раз на начало. Вот лестница куда вела. Кстати, вон выход. Вот можно посмотреть, что это за подъем был. А вот он подъем. Подъем вот на ту башню. Что это за башня? А здесь как мне упасть, чтобы не упасть? В смысле, чтобы выжить. Вон там, туда надо попасть. Ты реально туда попадешь? Ну, не знаю, может, можно не разбиться, но мне кажется, что, наверное, не получится. Тут есть намек, что мы сюда упадем, ничего нам не будет. Намек сработал. Да, это начало. Вон ходит мужик. Да, это собака, которая была, но мы его убили, собаку его, поэтому он один ходит. Так, а это... не прыгай, не надо, там никого нет. Нет, нет, спокойно. Подожди, один с этим, один с копьем. Что это за место? А, это патрульный пришел, значит собака есть все-таки. Все, это место я исследовал. Там собака есть, поэтому... Там три сейчас человека, и они тебя убьют с двух ударов. Бутылку ты уже выпил. Ну, пей эту. Вон, раз, собака, еще один ходит так просто. Я могу вас не трогать, в принципе. Ну да. Отлично. Минус два животных.
Давай подеремся. С тобой уж я одним справлюсь. У меня просто паника была. Что там у тебя? Я уже взял. Так, вот это мы увидели сверху. Это просто башенка и лестница. Что на этой башенке, не знаю, сейчас узнаем. На аренку похоже, небольшую. Как кто здесь появится-то? Призрак какой-нибудь? Ну, все, проверили. Значит, официальный вход на башню, вон тот, который мы с вами открыли. Вау! Неужели мы сейчас найдем осколок какого-нибудь дерьмеца? И это... Миледи! Нет, это не дерьмецо. Так можно назвать дерьмецо Миледи. Это... Похоже на шест какой-то, или копье. Или катан. Я не прочитал, что это было. Что такое Миледи? Даже не оружие, походу. Ладно, у меня есть другой. Другой теперь вариант найти это оружие. Вот, Миледи. Легкий двуручник. Обычный колющий, 116. Ну, двуручник. Ну, простой меч есть, короткий. Не знаю, что он у меня выпал. Что, у меня его не было еще? Короткого меча не было, самого обычного. Ладно. Ради Миледи мы сюда с вами поднялись. Нормуль, да? Но он легкий. Может, я даже его в руку возьму. Меч из драконьей чешуи. Кстати, у меня какой-то меч был, я уже забыл, который против драконов был. Вот именно хорош. Вот это, наверное. Какой-то был у меня, честно. Я помню, что был какой-то модный такой. То ли 25% урона дракона, то ли я не помню. Ладно, все, мы все здесь зарезали. Можно смело отдыхать возле костра тогда и подниматься вверх. Раз такое дело. Заодно восстановим наши несчастные бутылки. Как же так? А как же? Мужик, как тебя достать? Вы это видите? Блин, сейчас подожди, эту живность вырежу. И из-за него скоро этот Кондратий меня хватит. Иди сюда, козел, блин. Сегодня я тебя вижу, меня пугаюсь. Где ты? О боже, он исчез. А вон. Тушканчик-призрак. А он меня приведет, наверное, да? Ты меня приведешь? Слушайте, так там вершина какая-то. А как на ту вершину залезть? Стена. Кровану. Вот это что ли разбивается? Нет. А реально, как туда залезть? Тут же целая вершина есть. Не понял. А с какой части вообще? А, он оттуда. А, мне залезть, наверное, на вершину нужно. И тогда я смогу спуститься здесь пониже, получается. Ну, наверное, а как ты еще туда попадешь? И там яма, наверное. Через эту яму ты тогда проникнешь дальше. Ну, тут никак. Тут тупик и скалы. А здесь мы осмотрели все. Просто здесь чувак начнет ходить сейчас, когда я отдохну. Мне не дадут здесь осмотреть уже ничего. Блин, надо было с той башни посмотреть. С той башни хорошо было видно. Оно чуть-чуть. Ну, чтобы псих не выпрыгнул, да, никакой защита. Ну, так там особо тоже спуска нет. Вот интересно. Так подожди, ну не может такого быть. А ну, смотри внимательно. Просто потом не посмотришь. Не дадут. Ну, есть холмик, как этот холмик. Но это спуск больше, чем подъем. Ну да. Лестница же никаких намеков на лестнице, нет? Ну нет, просто башня, да и все.
Там я был. Хотя, может быть... Подожди. Тут-то есть вот аккуратное. Окна нет? Нет, блин, я на окно надеялся. Не, окна нет. И выше окна нет. Ну тогда все. Могу отсюда еще глянуть. Так, общим глазом. А ну вот, смотрите. Вот эту башню. Ну вон сверху, по-моему, можно спрыгнуть. Ну это не 100%. Не знаю. Тут просто ты не перепрыгнешь. Тут перестраховались, чтобы я не вылез. Сделали выше. Ладно, давай на лестницу еще. Давай отсюда глянем. А ну разворачивай свой зад. Так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Ну, вон есть выступ. Если сверху прыгать. Только, опять же, мне надо дойти вон туда, до той локации. До водопада, опять же. Ну, другого нет варианта. Тут ты никак не залезешь. Вот эта площадка. На площадке лестницы нет. Не ломается. Вон там мой костер. Ладно. Это, я думаю, позже. Или там внутри уже решается. Я просто это вычислил, чтобы не зачищать вот этот ад, который здесь ходит. Неубиваемый который. Потом не было что... А, можно было. Может, конечно, и можно есть как-то. Но думаю, не так. А это просто выход сюда. Тут же я никак не смогу даже. Ну, коня нет. На коне, может быть, попробовать бы. Но коня нет. Ну, ладно. Хрен с вами. Хотел как лучше. Вот, вот, эта площадка, которую мы видели. И скала. Никак ты не залезешь. Вот по березке можно было бы. Если бы мы с вами могли бы освоить березолазанье, то по этой не березке, даже не березка, мы бы залезли. Ладно, давайте вперед. Пошли. Заходим в замок тогда. Оттуда уже будем смотреть, может быть, там. Я тогда отдохну. Установлю бутылки. Правда, я появлюсь возле типка, где же типок ходит. А это появилась фигня у нас? Да, появилась. Здесь типок ходит. Как раз возле вот этой вот площадки нашей. Ладно, давай. Вот это мне нужно срочно. Срочно нужно. Очень больно бьют. Просто невероятно. Прям до слез. Вот он пошел вниз. Да нафиг, махал я с ним драться еще раз. Так, там мы были, там покрутили. А тут что? А, это ж не туда пошел. Ты в обратную сторону пошел. Да через нее заходил, ну ладно. Ребята, давайте сюда. Еще и два. Пол линии, а чё? А чё нам стесняться? Ну, пол линии, пол линии. Хер с ним, правильно? Сейчас, подожди, да, говно вот это мне настреляется уже. Оно ударило. Так, вот тут этот проход, я так понимаю, на ту область. Это водопад наш, который мы... Веревка? А, бичок. Который мы уже освоили, оседлали. Направо или налево. Это лестница? Нет.
Странно, что меня в этом темном углу никто не покусал. Странно очень. Очень странно очень. Так, тогда один ход. Тогда один ход. Здесь тогда, если я сдохну, надо пробегать быстро. А, ну вот, напугали. Я думаю, когда меня уже напугают? Ой, я испугался. Ой, да, загрызи меня еще нахер. Ну, почти загрызло что-то. Фактически загрызло. Это я подлечился. А как же ж туда попадать? На тот, тут вообще нету этого... того самого... пути туда. Там свой какой-то... подход. Я вообще отдаляюсь от той... от той точки. Не сюда. Еще и два. С этой сраной магией. Маня. Как этого говнюка снять? Сейчас снимем. Сейчас, подожди, говнюк, сейчас, минуточку. Служба по удалению говнюков, это про меня. Да, да, давай. Что это за... Я уже запутался в этих башенках. Твою ж мать! Ну как так можно? Какое-то говно чуть тебя не убило. На ровном месте. И что тут? Лишний камень мрака 6. Ладно, меня не это интересовало. Меня интересовало вон та область. А к ней можно выйти, смотрите. А реально можно выйти. Или нельзя? Нет, вон ведет. Да, есть туда лестница. Есть лестница. И можно, наверное, вниз упасть. Но тогда придется пожертвовать временем и опять всех убивать. Здесь стоящих. Лучше, конечно, костры активировать. Да, вон там целая, блин, жизнь. Но, так, а что жизнь? А как ты попадешь в ту область? То не лестница. То не лестница. Так, а вот мост. Мы, по-моему, проходили. Что-то я там, наверное, не досмотрел. Еще в начале, наверное, самом. Ну ладно, здесь очень сложно исследовать территорию, как и есть уже. До чего дотянусь, до чего до того дотянусь. Назад возвращаться, убивать... Не нравится мне это. Корианский рыцарь Мунритилли. Угу. О! Есть вариант избежать битвы. Или вляпаться в более серьезные проблемы, чем у нас были до этого. Щит с волком. Круто. Монритиль. Ты без пистолета хоть? Там, по-моему, у тебя пушка в руках. Да, обойти не получится, как я думал. А ну отсюда посмотри. Фига не пойму, как на эту... По крышам как-то там надо было залезть. Вот еще вариант. Так это обход получается. Да. А где Мунритиль? А, Мунритиль. Хе-хе-хе. И сюда. Иди нафиг, Мундритиль. Иди нахрен, Мундритиль. Иди в жопу, блин, урод.
А где твой щит, мудрителечка? Мудрителечка, как там со щитами? Ох, 100% Лидия. Охереть. А, правильно. Я могу нахер замахнуться и ударить его, нет? Не, не можешь. Пипец просто. Выходит из... просто из-за угла стреляет 3 штуки и бьет меня с этого. Я не могу на замахе даже ничего сделать-то. Не могу замахнуться, не успеваю просто. Пипец. Ладно, конец тебе. Все лечатся, заметьте. Все лечатся абсолютно. Раньше это только мы могли. Теперь лечатся все. У всех все хорошо. Жесть. Надо бежать, я буду каждый раз их всех убивать, понимаете, да, с моим уроном. Так я сейчас Монретиля встречу. А, и магов. Не, ну махал я это все убивать. Пошли в тумбочку эту, блин. Там, где сундук был. Там отсидимся. О, говнюк какой. Самый верный кто? Друг, конечно, собака. Да, у меня 25 ударов мечом по этой собаке, но она самая верная, она всегда тебя найдет. Ну, летишка, иди нахер. У нее еще 2 фазы. Вернулся. Выдержал. Обожаю Монретилюшку. Сзади маги. Хотел. Беги. Беги, беги. Пока, Монретилюшка. Ох, урод какой. Один удар, 70% линии. К чертовой матери. Меч рыцаря Монретиль. Опять двуручный. Да нафига мне ваши двуручные мечи? Молоты, все двуручное. Где одноручное оружие? Ну, короткий меч мне дали. Стоит, конечно, сказать, да. Короткий меч мне понравился. Для стартовой локации. Основной игры. Ну и где этот двуручник? Куда вы его засунули? Вот щит, кстати, нашелся. 2. Ну, такой себе. Не сказал бы, что он очень хороший. Гладиус с письменами. Его я не возьму из-за мудрости. А где ж меч мудрите? Вот он. У меня, правда, таких мечей, рыцарей-тролли, это огромный меч. Меч Монретиля, 124, огромный меч. Ну, естественно, чем ты его возьмешь-то? Хотя силы хватает. Магия 80. Ну, я по удару ощутил, насколько он хорош, да. Жесть, какие рядовые противнички здесь пошли. Я просто свечу погасил. Тут никого нет, Монретиля нет. Еще Монретиль. Нет, на кто-то похож. Таких Монретилей мы зарежем, если их немного будет. Здравствуйте. О, Марика, молю, прими свое дитя, не спаси нам знак. Долго ли еще продлится эта священная война? Камиариланы. Камиариланы. Меня усиливает, что ли? Усиливает атаки и стойки, которые вы занимали некоторое время. Спасибо. Вас понял.
Я даже карту не могу открыть. Здесь враг, что ли, рядом? Да, вот он. Мне бы душики скинуть. 188 как-никак. И... Хорош. Двоих разрезал. Во мне живет зверь. Это что? Это ничего. Это так просто. Выбежать, напугать. И без того напуганного. Как у меня здоровье уменьшилось, а линия не дополнилась. А, или я такой был. Вернее, шарик не лопнул, а здоровье у меня уменьшилось. Стой. Тут мунритин. Кретин. Да, вон, наверное, свой кретин. Обижать. Тут заставляют тебя бежать. Думаю, будет проблема. Что это за ворота? Мне ворот тут еще не хватало, вот честно. Окно открывайся. А в спину стрельни. Что, такие тяжелые или что? Непонятно. Ты побольше открывал. Или ты ослаб? А, вот, интересно. Ну что, пошли брать? Ну там мост и дальше выход. Надо брать. Пошли брать. А вдруг что-то интересное. О, сбили меня уже. Или оно само лопает? Оно, наверное, само лопает через какое-то время. Я так и думал, что что-то ценное подберу. Ну, зато на крыше побываю, зато товарища столкну сейчас. А то кто там стоит у нас? А, это то, что мы пробежали. Ой, здрасте. Извините. На голову мне съел. Сволочь. Пошел вон. О, стой, там еще один сидит. Как мы его обошли? Не понял. Не понял. А как у нас так вышло? Что, ты не заметил, что ли? Или ты мертвый? Сэр. А, он мертвый. Мы же взяли с него. Блин, а похож на там. Даже, да, я думаю, как я мимо него прошел, он меня не столкнул даже. Так не по Элден Ринговски просто. Тут кровище. У вас кровь есть? Ну, вы призраки какие-то. Ой! Стена! Это мне очень сильно повезло, да. Тут я согласен. Что я не попал в стену и не завис. А тут от меня защита, чтобы я туда не пролез. А зачем я сюда залез тогда с вашими лестницами? А, просто этот меня стрелять не будет, когда я туда буду идти. А только ради этого, наверное. Да нет, вон еще что-то есть. Только это с другой стороны. Где это вообще? Сейчас запрыгну. А это где? А, вон ворота я открыл, да. А это что там? О, спрятали. Так, надеюсь получить усиление. Свое усиление, ну вы поняли. А его нету. Какое-то говно собираю. Для начального оружия. Падай сюда, тут чувак висит или лежит. А, так ты уже не спрыгнешь, Что вот это такое? Это мужик, явно себе надо прыгнуть. Только смотри, что тебя убьют. Ну да, сейчас хотел. Ты вроде бы живой, даже ногу не сломал. Стоп. Три блестящих клинка. Сейчас я спрыгну в какой точке вообще? Если бы знать. А тут вообще можно прыгать? Дверь какая-то. Я на ящике. А, я тут уже был. Только не могу понять, где я. А, все, понял. Это я сверху пришел.
Там еще эти недобитые, осторожно. Слева. Тут вроде бы все, всех завалили. А вообще по карте, смотрите, смотреть здесь, вот я сюда смотрел же, да? Мы как раз вот туда и идем. Это мы с вами обходим вот эту вот и выходим на эту дорогу. Там еще одна путевая стела появилась. Мы там будем. А, тут же сейчас всех убью. Нам сейчас по мосту бежать, то есть по стене пробежать. И там мы, по-моему, мы выйдем как раз туда, куда я спрашивал. Так, только не разгоняйся, сейчас начнет стрелять. Но одного мы снайпера убили, он на крыше был. По идее, у нас никто стрелять не должен, потому что очень далеко. Как ты успел развернуться? Я тебя так хорошо уже ткнул практически. Нет, взял и развернулся, урод. Отсюда бы меня сейчас гасил. Бляха-муха, сколько вас там? Раз, два, три. Три могу и не взять. Три и собака. Хе-хе-хе. Может, пусть один уйдет? Сколько у меня? 7 бутылок. Еще и защитная. Нет, защитной нет, уже выпил. Ребята. Давайте пока нет дурака с собаками. Я вообще-то собаку убил, ну ладно. Мой верный друг. Камера здесь. Чуть не улетел из-за камеры в этот, в пропасть. Посмотри. О! Даже так. Иди нахрен. Иди нахрен. Ой, я сейчас упаду. Нормально. Гуд, 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 гуд. Еще 5 бутылок. Давай. Идите. По одному уж как-то с вами разберусь. Ого, стреляют. По одному можно разобраться, но если все вместе, тогда нет. Можно было вас обойти, но это не в нашем случае. Конечно, не взять кузнечный камень, да? Два. Еще и мрака, да? Можно было бежать, когда они четверо вместе стояли. Так, мана дохнет. Нам срочно нужен телепорт. Ё-моё, тут еще замок не начался. Мы только с вами входим в этот замок. А, понял. Хорошо, что увидел раньше. Ну, говнюк, ты идешь? Начинается движение камеры. Все. Угомонись. Еще на лестнице так коварно поставить. Ох, как я люблю тебя, вот этого товарища. Просто невероятно. 4 бутылки всего. Насыщенный мечевидный ключ. Мы, кстати, будем мечевидные ключи вставлять здесь. Ну, это типа да. Маленькая территория, очень узкая. И наш старый друг. Охереть, 100% линии. Ну, практически, не учитывая. Ну, 50, да. Одна бутылка.
Я тоже умею так. А ты пьешь? Иди нахер. Давай, пока. И все потом. Ой, дверь открыта. Ты иди нахрен, взял, вылечился, уродина. Вообще охренеть. Так на 100%, даже я так не умею. Я тоже на 100%. Все, этот костер. Сколько у меня там душ? 210 тысяч. Ой, костер. Да, это было печально умереть возле костра. Так, подождите, я сейчас того сосунка отхреначу. Слушай, никого нет, никого. Так, сосунок, сейчас подождите, отхреначу, отдохну как следует. 210 тысяч, может потратить, пока не... Да, наверное, потратить, пока не поздно. Повысить уровень. 227, мне надо 17 тысяч. 17 тысяч ровно. Того, если говнюка бы убить бы, то... А если он меня убьет? Я могу потерять... Не, не буду рисковать. Ну, и лучше я потрачу. Ну его нафиг. Выкинет какую-то хрень. Здесь же, да, здесь. Так, мне на 17 тысяч. Это добавляет 15 тысяч и 2 500. Есть 2 500? А, я не знаю, сколько это. 500. Так, 15 тысяч точно. И 2 500. Сколько вот это, я не помню. Три. Две. Нормуль. А, так у меня семь. Зачем мне 2500? Семь же, 17 тысяч, ты же говорил. Да, 17 тысяч ровно. Поздравляю нас с 17 тысячами. Давайте вот это. Колдовство Малеха. Так, а ну пошли, говнюка, отхреначим теперь. Он там возомнил себя бессмертным. Кем там себя возомнил? Ушлепок. Только не разворачивайся раньше времени. Вот так вот. Ты не говоришь, что я подал там поступил, там все такое. Подло это лечиться, понял? Я люблю это делать, тебе нельзя. Вот, вот поэтому я сюда и не шел. Просто я уже знаю, что каждый даже безобидный червячок в дополнении Elden Ring может нанести тебе смертельный удар и просто тебя разрезать на запчасти. Любой червячок с одного удара может его ухреначить, поэтому я души эти и скинул. Не, ну бутылку на 100% я еще не видывал, если честно, у врагов. Ну, лечились, но не на 100%. Там не 100%, может, у него 60 лечит, но все равно. Полную линию никогда не восстанавливали на моей памяти. Чуть-чуть там, ну, 90%, ну, 80%. Ну, это совсем никуда не годится. То есть сейчас его надо не дать ему продохнуть. Еще он вылечится, да и все. Хорошо, что сориентировался забежать на лифт. Сейчас вы просрали 210. Представляете, откуда бежать в следующий раз? Что-то нас не сработало. Я обожаю этот удар, когда он поднимает голову, а потом смотрит, где я нахожусь. Ну так просто. Обожаю эти ударчики.
Как я, да? В рубке. Кузнечный камень 6. Это ради него я старался. В рубке просто. В рубке нахрен. В рубке. Без остановки. Фу, есть. Уделали. Его смело можно боссом ставить. Добавить ему какую-то еще характеристику. Там, полет какой-нибудь. Все, это непобедимый босс будет. Ну, на часик-другой точно. А где я нахожусь? Я нахожусь вот. Хотя я выходить буду, наверное, сюда. А здесь, наверное, спрыгнуть можно, мне кажется. Вот это та самая часть. Конечно, отдохну. Выпил все бутылки. Уйти. Ух, так, я уже набегался. Сейчас будет босс, наверное, ну его нафиг. А, вот сюда можно спрыгнуть. Да. Мне кажется, что это есть. А ну давай посмотрим, что тут. Ты отсюда ж вылезешь? А можно, смотрите, ниже, ниже. О, как раз я туда, там и оказался, народ, под мостом. Куда я спрашивал, как туда попасть, смотрите. Нашел способ, как туда залезть. Наконец-то хоть одного орла прирезал. Есть способ, вот так вот, выпрыгнул с балкона. Нет, все-таки мы туда не попали бы, если бы шли своим путем. Хотя куда идти мы с вами? Нет, там дальше есть дорога. Наверное, же дорога куда-то ведет. А тут вот, смотрите. Вот это то самое место. Еще и с каким-то мостом. А попадать только через самую верховную башню. Нормально, да? Ну, мне не страшно сейчас бегать. Видите, как я свободно стал бегать, когда слил все души, свои 200 тысяч. Теперь, конечно, можно исследовать. Вот я вот это место видывал, а где тут чувак на краю лежал, или это не, это может не то место? Подождите, чувак на краю ж лежал, да? А это что за крыш? О, такой гробницы я не видал. Ну ты тут и не спрыгнешь. И не слезешь. Да, тут смерть. И к чему тогда это? Это не то место. Там было. А может и не было. Может это оно и есть. Я не помню уже. Не помню, честно. Телепорт у нас там есть. Сейчас, если что, все тут ничего не найдем. На телепортике и обратно. Лестница наверх, серьезно. А это куда? Кто-то помер. Интересно. Перепутал кнопки. Лезть и прыгать. Даже не прыгать, а перекат. Сундук. Странно, что без врага. Пепел войны стойко в полоборота. Да как у этого сегодняшнего каменного товарища из пещерки, который гимнастику такую показывал нам сегодня со своим-то весом и плотью своей каменной. Вот, наверное, я теперь смогу это сделать. Ладно, что там за мостом? Мост, наверное, это просто чтобы выйти. Ох, тут еще и олени живут. Еще ненормальные. Что вы тут делаете? Я, да, мы там были с той стороны. А как нам мост выйти? На, вот так. Мост рухнет? Нет. А вон там я тоже не был, вон той части. Или был. Нет, я ж по мосту убежал, как-то не был. Ладно, все, конечно, хорошо, но а как тут спускаться? А, вот так. А что это за место вообще?
А, ничего, может отбыли. Да? А парня того мы убивали с копьем. А внизу, смотри, что творится. Что это такое? Фу ты, мы к лифту вышли. Да, вон чувак стоит внизу, наш знакомый. Мы что, только что убивали. Не могу взять эту карту, открыть, телепортнуться. А тут если... Нет, тут, наверное, смерть. Да нет, он 100% смерть. Хотя он тело лежит, типа собаки. Сколько у меня душ? 4000, дай попробуем. Да, попробовали. Да, чтобы неповадно было. Теневой Альтус. Это совсем другой регион, туда заходить по-другому. Я думаю, может на камень как-то припрыгну и там останусь. Теневой Альтус тоже где-то, наверное, лестница есть. А может и нет. Так, ты сколько? 4000 было. Вот сбегаем за ними. Мы же только никого не убивали, никого. Пойду 4000 заберу и телепортнусь оттуда. У меня вообще-то есть мысль, возможно, как-то отсюда где-то спуститься. Что тут, ну, может быть, да? А, вон раки какие-то. Ну, воду прыгать... Не, это смерть. Я уже только что попробовал. Тут карта теперь не широкая, она теперь глубокая в дополнение. Теперь надстройки вот эти вот. Раньше ты сел на коня и поскакал. Там души мои далеко. После этого говнюка надо будет еще лифт. Так, лифт запустить еще раз нужно будет. А где мои души-то? Где мои души? А, вон, на краю. Давай так, чтобы тебя не увидели. Если карту потом не откроешь. А ты и так не откроешь. Типа нельзя. Вот мне вот этот вот заход с той стороны вот нравится. Вот тот вот. Где мужик стоит. Там не спуск ли случайно с лестницей? Давай убежим. Беги. То бежишь, конечно. Здрасте. Ты чё, дебил что ли? Пипец какой-то нахрен. Я думал, он далеко от меня. Нет, блин, все равно за мной. Все равно за мной бегает нафиг. Я тебя уже убежал, ты мне не нужен. Даже чувака столкнул. Нет, все равно столкнул и меня следом. Что там за обход? Или это не обход? Это не обход! Это не обход! Это не обход, народ. Это я по этой лестнице поднимался, а потом я залез в этот. Ладно, ну их нафиг, 4000. Босс, ну все. И призыв, да? Да, ну значит призыв. Да, босс опять. Это был не обход, это был... Нет, это был обход, но мы по нему пришли. Поэтому ничего такого. Все равно у меня такое чувство, что мы половину с вами тут что-то не увидели. Тяжело понять, что именно где. Вот эту часть мы не увидели. Вот эту. Явно заход с этой части где-то тут. Как-то в эту часть попадать как-то так. Ну, явно же не отсюда. Здесь река. Значит, попадать через нее. А раз я выхожу отсюда, то вряд ли... Разве что здесь спрыгнуть как-то, не знаю. А, может, вот эту часть мы видели. Тогда здесь спустимся. Не, тогда да. Вот эту часть мы видели. Не надо ля-ля. Это мы обошли. Вот это. Вот. Вот эту часть мы не видели. А тут есть. Если тут есть, то тут есть. Все, тогда тут не вопрос. Туда мы попадем рано или поздно. Вон говнюк вонючий. Не, на босса я сейчас не пойду. Я уже все. Я уже обессилен. Поисками, сражением с мелкими пешками. Которые убивают с двух ударов, а некоторые с одного могут. Могу представить, что здесь за босс будет.
Ну ничего, дошли, зачистили. Где мои души? На мосту прям. Я его сейчас обману, дурак. Хотя, зачем тебе эти души на боссе сольешь 4000? Зачем тебе эти вонючие души? Вот скажи. Посмотри на него. Пьет и не стесняется. Говнюк вонючий. Пьет и не стесняется. Нормально вообще. Я его бью, а он глотки делает. Я ему горло перерезал, а он глотки делает. Продолжает. Алкаш, черт. Так, я, конечно, могу по-другому его зарезать. Я не знаю, что я делаю и зачем. Все равно эти души солью на боссе. Просто так. Месть. Нормально, ему не все ни по чем. Хоть не успел развернуться по-человечески, да. А, так у меня нулевые. У меня ж нулевые. Верни мои 4000, говно. Верни мои 4000. Это моя зарплата. Да, адский парень, конечно. Не успел выпить. Вот мои 4000, да. Не успел говнюк выпить. Кстати, его можно убивать постоянно и получать кузнечные камни. Разного ранга. Даже довольно высокий. Седьмой уровень это высокий камень. Высокий уровень для камня. Просто стоишь его и режешь. На лифт, на огонь, обратно. По 4000. Неплохой кач. И камней, и опыта. Ну, правда, не всегда мы его убьем. Судя по... прокачанности этого персонажа, но думаю, каждая третья попытка или четвертая будет приносить нам 20 тысяч душ. Ладно, все, народ, здесь очередной будет у нас забег на босса. К сожалению, прокачать до 5 уровня я не смог свое благословение, возможно, придется его и качать, возвращаться, потому что с котом я понял, что мы с вами зря качались в основной игре, она прокачка это ничего не дала. Босс-кот показал, что все это фигня. Качаться нужно в дополнение и с помощью вот этой фигни, которая выпадает. А все остальное это так. Хотите качайтесь, хотите не качайтесь, идите там, убивайте кого вам там надо. В основной игре финального босса, Маленью или еще кого-то. А здесь свои правила, здесь по-своему все, и поэтому нас ждет впереди снова знатный поединок, и мы с вами посмотрим, что там за противник. И будем страдать в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел, друзья. С вами был Дмитрий, канал Shadow Lil Play. До встречи в Elden Ring. Дополнение Shadow of the R3. Пока.